Что, какие комментарии будут? Я не смотрел. Ну, буква Е получается там что там 5 из 10 минимум. То есть 4 коррекции точно было. По оси вроде нормально вышел. А вираж. Ну там в пределах нормы, я бы сказал. Чуть-чуть не докрутил. 180 градусов. А горка получается с коррекцией была. Такая она с горбинкой в начале. Выход хороший, как всегда. Ну и по оси не попал. По левее вышел, надо. Кстати, а как правильно, каталог Аресте или Аресте? Да без разницы, мне кажется. Мне кажется, Аресте. На посадку никто не заходит. То же самое получилось. Как бы получается, сильно затягивал в перевернутом состоянии. Надо было чуть подольше подержать. Тогда бы выходил бы лучше бы, ну, более кругло. И в четвертой четверти опять сильно перетянул и выше вышел. Бочка уже намного лучше получается. Хорошо, прям. Ну, горка то же самое пока что. Горка, да, есть коррекция в это где-то. Где-то на первой и третьей коррекции у тебя идет. Если ты переборщил, держи лучше, более ровно. И после горки левее тебя сносят. Спаси. Жалбулочки, пикирование, 45. Отмашки есть? Привет, зрители. Отмашками, аж переотмашки какие-то. Слишком много. Нет, слишком не наказано. Дымы есть. Ну там 45 надо просто. Дымы, дымы надо желательно в кубе дымы запускать. Горизонтальный отличный. Вот. Рано опять начинаешь как-то, вот, вообще. Не, можно... Рано. Не, можно, но до этого вот рано начал, и реально горку уже прям на грани окончания куба была. Так, ход сильно резкий, на перевернутом не додержал, мне кажется. Не, опять я получу, это однозначно. Сколько раз траектория менялась? Одна коррекция это точно была, буква Е получилась. Так, вход и выход не совпадает на вираже. Горка с горбинкой, немножко коррекция на половине была. Выход отличный из горки. Выход хороший. Покажи, Листер, это ровность. Ну, чуть-чуть правее вышел, чем надо. Ну, там, наверное, 5, я не знаю, есть там... Ну, смещение раз... небольшое, но небольшое прям. Да, есть. То есть вот это вот дело все. И попробуй все-таки не от деревьев выполнение начинать, а чуть подальше хоть. Чтобы у тебя запас остался, ты прям вот начинаешь очень рано. Вон, ну хотя бы. Да нет, он в кубе, я говорю, ну выходит он в притирку с горкой. Хуниган, смотри, вот видишь, вот этот квадратик один на один. По идее, в идеале, вот он должен укладываться в него. Да, Влад, немножко затянул наверху. Вираж идеальный. Выход с корректировкой.
после виража просадка по высоте есть. Горка подпровалился чуть-чуть визуально, ну не знаю, так визуально кажется, но в целом хорошо. Горка ближе к 10. Нет никаких, да, никаких. Вираж отличный тоже вышел, Влад, вообще супер. Я просто наслаждался именно это, самим процессом. Думаю, нафиг эти приземления все, ну и вот черт. Да, ну это как бы не критичный момент сейчас, то есть у нас мы как бы только начинаем. Нам главное самое это, соответственно, с кубом работать, привыкать, да, правильно, да, то есть отмашки делать, в качестве ориентира использовать, да, то есть вот эти все моменты понимать, да, где, например, ты там вылетел из куба, соответственно. Кстати, я когда первый раз пилотажный комплекс крутил, то еще у меня горка вышла из пилотажного куба. То есть, еще такой косяк был у меня. Ой, пытаюсь тут выжать из себя что-то ровное, но чувствую, походу не идет. Влад, а если заходить, допустим, вот на 27-м не по центральной линии? А кто сейчас летит в пилотажном кубе? А что еще раз говоришь? У тебя все хорошо было. Если на 27-м, по крайней левой, по этой полосе конусов, а не по центральной. Ты можешь, в принципе, да, зайти, только, ну, получается, тебе нужно будет правее идти, чтобы быть бочка в кубе. С просадкой, да. То есть можешь рядом заходить с левой гранью. Вираж тогда будет полегче делать, раз, и посимпатичнее будет смотреться. И смещение. Да, можно, вправо. Можно. То есть ты, получается, можешь зайти вираж чуть-чуть параллельно не на основной оси, но там правее или левее. То есть главное, чтобы ты просто в кубе был. Так как если ты зайдешь именно над гранью, прямой участок не забывай выдержать. Да, сейчас я заровняюсь на сотке, и все будет, наверное, хорошо. Тяни, надо, вот когда ты уже перевернулся, ну, то есть с третьей четверти уже надо начинать тянуть. С третьей четверти ты, видимо, долго держишь, надо уже интенсивно на себя подтягивать. Вираж у тебя пошел чуть левее, чем надо. С бочкой просадки есть, но уже меньше, чем были. С горкой коррекции также и осталось, как была. Где-то на. Ну и более пологая, чем нужно. Нужно было чуть-чуть. Нет, тут на педалях что-то затупил, блин. Ось еще покажи. Левее ушел опять. А, да, правее, да. После отмашек только горизонтальный полет и начало это. Сейчас меня выровняется. Вот подтягивай, тяни. Все. Ну, чуть перетянул, да. Ну, лучше, чем было. Сейчас у тебя чуть выше получилось. Коррекция была на выходе с горизонта. На бочках опять провисаешь чуть-чуть. В два раза провис. Ну что, по высоте показывает, что нет. Это ты смотришь, когда? И была опять горбинка на прямой на горке. Нял.
Алистер, покажи этот. Час ровный вышел. Да. Да, все, отмашки вижу теперь.